Всем привет, друзья, подписчики канала. Сегодня я устраиваю, можно сказать, конкурс, а можно сказать и не конкурс, потому что вы в любом случае там побеждаете. Ну, в общем-то, я сейчас вам все объясню. Я устраиваю конкурс на Сигну. Чтобы поучаствовать в этом конкурсе, вам нужно перейти по ссылке в описании, репостнуть там запись. Ну, в общем-то, там все будет написано, сами разберетесь, что да как. Я вам сейчас объясню, что такое Сигна. Я думаю, многие знают, что это. Раз уж она пришла, я вам ее покажу. Возможно, Сигны я буду делать вместе с ней, чтобы было веселее. И я видел, многие подписчики любят, точнее, полюбили мою кошку, потому что она появляется во всех, почти во всех видео. И это очень прикольно. Ну, в общем-то, Сигна — это такой листочек А4, в котором будет написано либо ваш ник, либо ваше имя. Это уже по вашему выбору будет, там имя, фамилия будет написано, или просто ваш ник какой-нибудь там, типа. Я даже не буду никакие ники говорить, просто я вам сейчас покажу вот пример с моим ником. Вот это будет выглядеть вот так вот, и это будет вместе со мной, с моим котом, точнее, кошкой, если она согласится. Если не согласится, то будет вместе со мной только. Вот, смотрите, здесь написано «Суслик», правда, у вас это будет выглядеть немного по-другому, скорее всего. Или это у меня так выглядит. Я не знаю, как у вас будет выглядеть, но тут написано «Суслик» и вот такое вот сердечко. У меня у камеры садится аккумулятор, поэтому мне надо немного быстрее. Вот кошка, она постоянно в моих видео. Вот. И, в общем-то, переходите по ссылке, делайте репост, пишите «Суслик, дай мне Сигну». Или как-то так. Ну, в общем-то, зайдите по ссылке, и там будет вся информация, что нужно делать. И итоги, точнее, все Сигны я буду делать с 30 по 1 число, потому что 30 я буду делать сами эти Сигны, а 1 числа буду фоткаться. Или наоборот, или в один день все сделаю. Ну, там посмотрим, как время у меня будет, так и будет круто. И, в общем-то, такие штуки я хочу устраивать каждый месяц, но насчет этого я пока что подумаю, смотря сколько людей поучаствуют в этом конкурсе. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки за друзей, а я вам говорю всем удачи, всем до новых встреч, пока-пока-пока.